планируем сотрудничество по поводу взаимодействия в сфере дизайна, причем это разный дизайн, это и графический дизайн, и дизайн одежды, и другие виды цифрового дизайна, но помимо этого есть много поводов и много проектов, и много тем для обсуждения. В нашем университете это связано с технологиями, связано с текстильной, легкой, целлюлозно-бумажной промышленностью, у нас очень сильные химики, материаловеды и так далее. И в этих направлениях мы хотим и готовы работать с клубом и видим заинтересованность со стороны клуба. Я надеюсь, что это сотрудничество будет плодотворным. Я хотел бы увидеть как можно больше студентов, вовлеченных в наш клуб, чтобы они через такой большой бренд, как «Зенит», смогли себя реализовать. Мы с радостью будем ждать новых болельщиков и болельщиц из университета. Я думаю, что эти проекты, их пять у нас, они будут интересны для многих. Жюри будет строгим, но справедливым. Так, всех успехов, болеем за «Зенит». Мне кажется, наше сотрудничество реально обещает добиться многого. Четко выражаем надежду, что сделаем реальные вещи, реальную работу. Хочу всех поздравить. Это, мне кажется, очень серьезное и значимое дело. Спасибо.